Есть. Итак, дорогие друзья, хочу поздравить с Шавотом. Шавот – это день дарования Торы. Очень скоро солнце зайдет, выйдут звезды, и Бог приходит в этот мир для того, чтобы, как это было 3300 лет назад, для того, чтобы дать Тору. Дать Тору тем, кто хочет ее принять. Дарование Торы – это был подарок. Подарок дали нам устную Тору, дали письменную Тору, две Торы дали сразу. И единственное условие при принятии подарка – это желание. Желание его принять. И вот желание – это сегодня мерит Бог у каждого из нас, насколько хочет еврей, насколько хочет человек принять Бога, а еврей должен принять Бога, это значит принять Тору, потому что Тора – это как интеллект Бога. Через Тору Бог общается с миром, и Торой Бог создавал мир. Еще что интересно, очень важная вещь, которую обязательно надо запомнить. Когда-то 3300 лет назад Бог предлагал Тору всему миру, всем народам. И они начали все задавать вопросы, а может, а что там, а какой там главный принцип, а не убивать, а мы же воюем, а не воровать, а мы же забираем. И только евреи сказали, сделаем, а потом разберемся. Наасе венишма. Это главный принцип при принятии Торы, сказать, сделаю, а потом разберусь как. И в этот момент вместе с Торой я сразу говорю, какой подарок идет сразу следом за Тором. Знаете, берешь одно, покупаешь две. Следом за Торой идет очень важная вещь. Тот, кто принимает на себя ярмо Торы, вот именно ярмо Торы, то есть Тора управляет мной, моей жизнью, моими желаниями, моими мыслями. Тот, кто берет на себя ярмо Торы, управление Торой, с того Бог снимает заботу о пропитании и бремя властей. Все люди чьи-то рабы, все люди от кого-то зависимы, и только человек Торы зависит только от Бога. Он с Богом на прямом контакте, у него есть прямая связь, интерфейс. Тора – это интеллект Бога. И через изучение Торы мы соединяемся с Богом. Я всем желаю сегодня получить Тору, принять Тору. Это зависит от вашего желания. Вот именно захотеть сказать, как 3300 лет назад евреи сказали, «Наасе венишма, сделаем, потом разберемся». Вот скажи сегодня, «Сделаю, а потом буду разбираться, что делать и как, и Бог тебе даст вместе с Торой все, о чем ты мечтаешь». Действуй, принимай Тору, прямо сегодня лучший день. Хаг Самеах. Хаг Самеах – это веселого праздника.